Буэнос диас, мис киридос амигос. Ядерно рассыпной заряд вашего экрана. Это значит, что мы, наверное, пойдем все-таки посикарашим по побочкам. Так, чисто по приколу. Потому что в Нью-Вегас я пока не хочу. Хотя, давайте, наверное, сделаем эту серию неким филлером. То есть, я, например, хочу пойти пооткрывать всякое говнище. Это будет скорее серия филлер, как говорится, каких-то сюжетных моментов, я думаю, в ней не будет, так что можете пропустить, если имеете желание. Я маленькая петарда. Что-то я чувствую, меня в этом доме нихуя не рады, судя по звуку. Да, вот кто мне не рад. Еще экспушечка. Магазин. What is it this time? You know what I'd be really now. Why don't you? Почему бы тебе не уебать отсюда? Good enough. What is it this time? Даже спиздить нечего. Что за магазин? Не то что взять. Так, да, нам к югу от города в открытый кинотеатр. Естественно, полночи мы ждать не будем, мы так пошараебимся. Я просто хочу кому-нибудь наебашить и поесть покачаться, типа. Покачаться, может, в караванчик с кем-нибудь сыграть. Но добро пожаловать на уровень 10. Хе-хе. Медицина пусть будет 30. До 30-ки поднимаем красноречие, взрывчатка и без оружия как бы нахуй не нужны. Это в бартер.
пусть будет эта удача. Ну, по крайней мере, я это место нашел. Опа. Можно было две ему отстрелить. Устой! Да вы угораете! Сразу три ему впуливать. Так, а вот этот туннельчик куда ведет? Если он куда-нибудь ведет, конечно. Если там не сидит какая-нибудь сверхгрозная ебака, которая не пустит меня. Я так понимаю, что по всем законам жанра я сюда вообще не должен был забираться, поэтому лотерейный билетик тут как бы немножко не это самое. Так, а куда я могу попасть, если пойду по этой железке? На ванпост Махавы? А я, может, туда хочу? Так, еще газку поддать. Так, ну естественно, надо палить происходящее. Че, кого, куда? Похуй, стрелка. Не, я просто хочу дойти до той водички, до того ебучего озера. Нам получается, надо строго противоположен. О, заебись, спасибо, красавчик. The Kaiser has marked you.
Так. Нихуя. Это что за сверхкинище? Надеюсь, я недалеко. Угу. Так. Давайте-ка повторим. Так, здесь где-то должен появиться НКРовец. Так. Мне вон туда. You've done a good turn for the NCO. И вот тут должны выползти легионеры, которым я немножко не нравлюсь. Вон они. Так. Сразу же снаряга, помощь. Два пузыря. Психа. Стим. Турбо. Целебный порошок. Так. Блять, зря я взял дробовичок. А, сука! Все равно устроим мясо. Здесь должен появиться НКРовец за камнем, вон он. Так. Блять, а нахуй Радекс проглотил?
Ах ты, блядь, директор мастурбазы. Так. Отстали, что ли? Не может быть такого. Так, а что если все-таки схватить обратно инсинератор? Где эти пёсы? Они что, решили меня не преследовать? Очень забавно. Я думал, тут будут рамсы с легионом. Ага, вон все-таки кто-то здесь есть. Так, одного сжег. Блять, меня хлопнули, в смысле? Нет. Я все равно доберусь до Кларкфилда, блять. Только теперь надо, как только получу радийку от НКР. Он пиздюк бежит. Так, только теперь надо сначала их поджечь, а потом отработать по ним из хреномета.
Наверное, пока они не подбежали. Кучка, кучка, кучка. Так. Гранат нету. Да, что-то я, видимо, делаю не так. Ну, понимаете, куда я иду. You've done a good turn for the NCO. Есть у меня, конечно, варик. Всего-то. Да что, так можно было, что ли? Заебца, раскидались. Я, честно говоря, думал, будет сильно хуже. Еще какая-то тварина лежит. А, золотые гекконы.
там, по-моему, где-то тропка горная. Броня Викселария. Я так чувствую, что таким макаром к воде я хуй выйду. Невидимые стенки? Ну, понятно. Опять козел горный чуть не сорвался. Так, а ты кто таков? Легионер? Ну, гори, легионер. Я лучше на всякий случай сохранюсь. А то если меня разъебут, будет очень далеко бегать. Так, он там не одинок был. Так, рекрут догорел. Нихуя тут лагерец. Так, легион, легион, легион. Надеюсь, тут не сильно много легионеров. А тут что-то слишком много народу, я смотрю. Легионер, конечно же. Да ну. Зачесался.
Прибавка к урону. Еще один, что ли? Освободил он каэровцев. Опачки. А в сундуках-то пустота, а? Нету у них нихуя. Заброшенный бункер братства. Может, туда сходить? Зажигательная вечеруха, а? Придурок. Ништяк. Чё, нет нихера? Ебать вы бомжи!
Просто нихуя вы бичи. Я ебу того ебала. Во, бичезавры. Что, зря я так сближко шагаю. Да, блядь, заполз, называется. Там еще, небось, фон ебанешься. И твари очень мощные. Наверное. Не, фона нет, кстати. Чистое, что характерно. Ну, поскольку это, так скажем, филлер, я буду тянуть долго. Так, это просто камни. Ко встрече с какой-нибудь тварыной я, в принципе, готов. Отхлебнуть. Бубуль-курасики. Плыть получается быстрее, кстати говоря. Опачки, а вот эти пацаны мне не рады. Я не знаю, что это за падлы. Но вынесли они меня оперативно, блядь. А сохранялся хуй знает где. Сохранялся... Охуеть где. Thank you.
Ой, прогорел. Чем вы там стреляете? Ковбойской винтовкой? Так, не, наверное, все-таки надо спрыгивать. Или здесь есть проход? Какой-то все-таки есть. Ой. Куда-то в направлении бункера я иду. Да где тоже ебу бункер? Ай. О, ебункер. Новый сейф. Не. Короче, игра считает, что мне туда лезть пока рано. Будем считать, что это подготовка к прохождению DLS. Thank you.
Да что меня постоянно выхлёстывает так, а? Епать, епать, да здравствует, епать. Не знаю. Лагерь Forlorn Hope. Мужики, а есть у вас где поспать, а? Отоспимся. Заодно и утро как раз. Quite a bit, actually. I was stationed. The Legion attacked in full force. The Legion got bogged down. They sent their best men to stop the Rangers and First Re. After that, anyone with medical training had their hands during that time. Men of weight, people fight. There's barely enough to make things work. The simple fact that I no longer have as many, unfortunately, that would definitely. Медистория. Legion raiding party just the other night. I'm glad to see you here. It's no picnic. We have no men. If the brass back home could get there, not good. I've got the Legion at Nelson breathing down. I need, if I can, and the more that, good. Let's not, Quartermaster Mays has been, I want you.
Hey, you're not one of the troop. I have the I've come across new... I'm wondering if... This holotape, once the new codes are in use... But... Угу. Ребятам тут тугенько. Эй. Охуеть. Вот это мне придется поползать. Nice to see a friendly face around. Not... Hey. I want you to collect in... If you're looking for supply... So... The Major let me send out... You can help... I sent him to Helios 1. I try searching the main road. Of course... Hell, my men probably... Good work. I sent him. I... Me? Still. Damn. О, караван. Так, трефи, бубны, черви. Перегруз. Пилил. Так, что у меня есть хорошего? Перегруз будет 19 плюс 8 — 27.
Угу. Да, красную я тоже сюда не вкину. Хуя он там нагрузился. Опа. Василий. На нахуй. I still don't have any supply. I don't have any. No. Он получше играет. Или, может, я немножко мудак. Вот пёс, а? Thank you.
перегрузила. Пёс. Так, отгрузились. Ух ты, пёс! I still don't have any. Ладно. Что-то филлерец затянулся, пиздец, на целый час. Это можно было спокойно в одну зафигачить. Вернее, как, совсем херню несу. Может, было в две серии зафигачить, но я почему-то склеил в одну. Ладно, пусть филлер будет филлером. Да, разбираться будем в следующей серии, чё к чему. Спасибо всем, кто присутствовал с вас, как всегда. Лукс, пиписька. И до свидания. Адьёс, братва. А я пойду этого придурка в караван обделывать.